В Орле стартовала 7-я спартакиада среди пенсионеров. Люди золотого возраста соревновались в различных видах спорта. Легкая атлетика, плавание, стрельба из винтовки, настольный теннис, шахматы, дартс и комбинированная эстафета. В соревнованиях сегодня принимают участие, несмотря, конечно, на обстановку, пандемию, 26 команд, практически все районы области. Традиционно состоится напряженная, конечно, спортивная, но вместе с тем дружеская борьба.